Історія кіноспортивної школи «Хорсван» триває вже 8 років. Іван закохався в кони ще з самого дитинства. Я з самого дитинства. Я цей момент навіть і не пам'ятаю сам. Я з самого дитинства возив лошадей. У мене батько всю життя з лошадьми. Так виходить, що я з самого дитинства люблю цих животних і займаюся з ними. Мені було 10 років. Мені батько подарував жеребенка. Просто подарував жеребенка. Маленького жеребенка в сараї. Я його виростив, я з ним рос. Одно ціле. Всі тренери та учні до улюблених тварин ставляться з особливим трепетом. У мене є колектив, дуже хороший колектив, яким я горжуся, який це все содержить вместе со мною. Ми як одна сім'я. У нас в даний момент 5 лошадей. 3 лошадки – це в спорті верхових, 2 лошадки – це в кареті, які йдуть на зміну. У мене колектив, дівчатки є, вони отримали КМС в конно-спортивному клубі в Варварівці, які працюють. Ми разом всі, у нас немає такого, як коні робочі. У нас є колектив, і ми все разом робимо. Як я кажу, один механізм. У вас школа, вы еще и обучаетесь. Расскажите немножко об этом, сколько у вас воспитанников, какой это возраст? У нас возраст идет от 7 лет, детки. Бывает, что меньше, но это прокат не занятие, а прокат. Первоначальные азы мы даем детям, а потом они идут в профессиональные. Я не скажу, что у нас там профессиональная конно-спортивная. Нет, это у нас профессиональная в Варваровке, сильно такая конно-спортивная, в Киеве. Ну, первоначальные азы мы предоставляем детям. А сколько вот ребенок должен этим азам учиться, уверенно себя чувствовать в седле, чтобы уже его можно было отдать дальше? Вы знаете, на этот вопрос я отвечу вам так. В каждого ребенка есть развитие по-разному. Люди есть разные, и дети тоже. Вот. Каждый схватывает по-разному. Как и в школе, есть дети, которые быстро схватили. Есть, вот. Конечно, мы на это все обращаем внимание и помогаем, как бы ставим состав, который более развивается и тому подобное. На количество детей, ну, я вам так скажу, у нас много. Много детей, много взрослых. Кто-то идет потом от нас в большой спорт и так дальше. Ну, как бы так. Ну, цифру на сегодняшний день, ну, больше 50 человек. Это больше 50, которые хотят, ну, которые занимаются спортом. В спортивній школі працює брейтером, тобто займається тренуванням дітей та вивченням психології коней. В кінному спорті теж самого дитинства. Мені було 7 років, я почала потихонечку їздити. Мені дуже понравилось, шагом, потім рисью. Нас обучали спочатку непрофесіонально. А потом с 11 лет мне уже доверили лошадь, я начала заниматься. Работу с коньми Олена называет своим покликанием, хотя она и нелегка. Сложно, сложно. Мы тянем это сами, но с любовью. Вот. Уход за лошадью утром поим, кормим лошадок, сено, овес, яблочки, морковочку. Каждый день постоянно один рацион у них. Вот, убираем у лошадок, опилочки, все это сами, корма привозим. В общем, ухода достаточно много. Ее вихованку зовут Ласка. Вона дуже ласкава, спокійна и дуже любит цукор, ласощі и детей. Любит облизывать, такая душевная лошадочка, очень любит деток. Спокойная, прям лошадка души. Она невысокая, как раз детки ее очень любят. Она серая в яблочках. Красивая лошадка. Сколько уже? А мы ее недавно взяли, мы с ней
сейчас вам скажу, пару месяцев. А ще кінь тонко відчуває свого вершника. Она смотрит, думает, что же случилось, она подходит и смотрит и не понимает, что со мной, что что-то не то. Она сразу спокойно себя ведет, подходит, носиком уткнется, стоит, как-то пытается успокоить. Словосполучення «кінний спорт» викликає у нас масу емоцій. Цокіт копит, багато коней, сіно, овець. Сьогодні ми це все відчуємо на собі. Але мені буде допомагати моя помічниця Ліза, адже про коней вона знає набагато більше, ніж я. Незважаючи на свій юний вік, дівчинка просто марить кіньми. Це наша лошадка, її звуть Лада. Познайомся, погладь, не бойся, можеш погладити, поносик, вона хороша. Ладушка, да? Лізочка любить цих тварин, збирає їх фігурки, малюнки, читає книги про них. І в майбутньому мріє досягти успіхів у конному спорті. Спочатку потрібно навчитися доглядати за конем. Так дитина звикає до тварини, а тварина – до майбутнього наїзника. Отож, Лізі довелось почистити конячку. Процес і справді виявився цікавим. Після догляду коней виводять на поле, де нам і покажуть один із варіантів тренувальної програми. Один із найочікуваніших та найцікавіших моментів. Будемо їздити верхи на лошаді. Ліза, ти готова? Да. Не боїшся? Ні. Скакати галопом на першому тренуванні ніхто не вчить. Спочатку знайомлять з кіньми і навчають, як правильно підійти до тварин. Нашим тренером буде Світлана, а це Боря. На першому занятті тренер спочатку катає дитину на коні. Так легше зрозуміти, на що здатна дитина, наскільки впевнено тримається в сідлі і чи не боїться коня. Для індивідуальних занять таке знайомство важливо. У Лізи виходить непогано, тому вона навіть на першому занятті пробує проїхатися рисю. Найважливіша частина навчання – зарядка на коні. Це допомагає зловити баланс, менше боятися, розминає м'язи та викликає відчуття коня. А ще ці тварини здатні лікувати від хвороб, адже не дарма їх використовують для реабілітації дітей з ДЦП при порушенні слуху та мовлення. У них особливе біополе. Іпотерапія – це заняття верховою їздою, обучення хворих діток верховою їздою. Заняття проходять без сідла, либо на попоночки, либо на сідловки. Детки общаются с лошадью, они делают определенные упражнения, определенные зарядочки. Их страхуют с одной стороны человек, с другой стороны человек. Также полезно не только верхом ездить, но и больным деткам общаться с лошадкой. Они развиваются как и физически, так и психологически. Лошади, да, обладают энергетикой, целебной силой. Они забирают весь негатив, они дарят деткам только позитив. Они это чувствуют все, они чувствуют больных деток, они очень с ними аккуратны, они себя аккуратно ведут, аккуратно ходят, они никогда не укусят. Они все это понимают, понимают деток. Так і пройшло перше заняття. Спасибо, что ты меня покатала. Лизочка, скажи, понравилось ли тебе первый раз кататься на лошади? Да. Было сначала страшно, потом проехала чуть-чуть, было интереснее. А лошадка тебе понравилась? Угу. А скажи, а почему ты хочешь заниматься лошадьми? Они мне нравятся. У каждого ребенка будет изначально страх. Если ребенок к этому тянется, он этого хочет, тогда у него все получится. Со временем надо ходить, надо учиться, надо находить общий язык с лошадью. Лошадке надо доверять, не бояться того, что ты упадешь. Ты должен ей доверять, знать, что он тебя слушает, ты его слушаешь, вы как одно целое. Первое занятие прошло, конечно, она боялась. На рысе она испугалась, да, но это все поправимо. Это все, это первое занятие, это страшно, это новые ощущения. А так
Если у нее есть к этому тяга, любовь, ей это нравится, тогда все получится. Мы дарим для людей эту радость, детям, людям, нашему городу Николаеву, который ко мне люди приходят на Советскую и говорят: вы нам дарите сказку, и мы этим гордимся. И мы хотим и дальше эту сказку людям, детям преподнести.